Привет! Вы на канале Мистер Хамстер. Я вот сейчас с моими родителями, как всем известно, сегодня воскресенье. И вот результат. Мы сейчас на гонках стоим. На мотоциклах вообще не интересно. Короче, неинтересно, тут везде свалка. Кто-то там дрыхнет с собакой. Кто-то дрыхнет с собакой? А ты что делаешь? Стою возле машины. Так ты смотришь, как гоняют мотоциклисты? На машине. Смотрю. Только они вот здесь, там, где я, там, где я стою, они не могут даже кусочек проехать ровно. Потому что им надо сразу, чтобы повернуть. Так, сначала так. Понятно. А смотри, сейчас будут ехать гонщики. Что они уехали и не приехали.